хорош. Ты правда пил вино на вилле у Паши Дурова? Я вчера вино пил на вилле у Паши Дурова. Ну, я же не в песнях. То есть правда? Ну, да. И чё, как? Ну, вино отличное. А вилла? Но он сам не пьет. Вот. А, поэтому я просто напивался и ехал домой. А вилла, да пиздец вообще. Ну, это... Я никогда не видел, вот, чтобы вот так вот жили люди. Мы периодически видимся, спортом вместе занимаемся. Он очень крутой чувак, прям. Почему? Супер респект. Ну, это гений, это мозг. Как бы мы, в принципе, чуть-чуть, можно сказать, коллеги, потому что даже вот он своими постами в своем телеграм-канале может поднять там курс тона на 50%. Одним постом. Это же, ну, Илон Маск наш. Но он не российский бизнесмен, он просил его так не называть. Международный? Конечно, да. Нет, я уважаю и преклоняюсь перед гением. Потому что то, что сейчас происходит с Телеграмом, то, что происходит с Тоном, я... Вот эти, блядь, ну, реакции на сообщения, боже, это гениально. И анимоджи, да, по-моему, это, блядь, ну, это гениально, нахуй. И вообще то, что дальше будет происходить с Телеграмом, это вообще пиздец. Есть пара инсайдиков, короче. Какой самый ценный совет, который он тебе дал? Слушай, да не было такого, чтобы он мне что-то советовал. Ну, не было такого. А ты ему? Ну, слушай, я постоянно, когда приезжаю в гости, говорю, бля, ну, было бы так, вот это еще в телеге сделать, и вот это еще сделать, и вот это сделать. А потом он рассказывает, что он собирается сделать, и я такой, да ну на, да ну на. Спасибо большое. Вот. Ну, прям, ну, блядь, кто ему советовать, да? Ну, и он тоже, как бы, ну, в музыкальном бизнесе тоже не особо там что-то знает, чтобы мне какие-то советы давать. Поэтому мы так просто, знаешь, напитываемся друг друга энергией. Еще у него очень красивое тело. Угу. Которое тупо не болит. Ага. Считал, да? Угу. Классно. Смотри, у него же... Образ такого просветленного гуру со своим сводом правил для жизни. Очень правильным образом жизни. И да. Ты в этом плане, для него антагонист. На чем вы вообще сошлись? Ну, мы оба гении. Понятно. А, приятно как бы общаться с гениями. Ну, да, гениев не так много. Ну да. Ну и все. Ну как бы он же, ну, он разрешает там у него в гостях бухать, потому что я бухаю. Ну, как бы, ну, он же не этот, не как это называется? Моралист. Ну, да. Ну, когда люди учат жизни других, как вот это называется? Морализат. Да? Ну, вот. Не из таких нет. Ну, живет свою жизнь, делает свое дело и, блядь, делает это великолепно. А стену вернет? Стену нет, не вернется. Это уже, да и никто.